Личные посылки, автозапчасти и технический инвентарь отправили неравнодушные ульяновцы в зону специальной военной операции. Кроме того, военнослужащим остается и автобус для мобильного перемещения. Три машины с гуманитарным грузом выехали из Ульяновска. Посылки предназначены для батальона «Свияга», где служат наши земляки, друзья и близкие. Инициатором мероприятия стали ветеранские организации Ульяновска, «Боевое братство» и «Инвалиды войны». Помогали и все желающие жители региона. Этот груз, вот этот конвой, сегодня, наверное, я посчитал, так припил, где-то, наверное, уже 11-й. То есть тех, которые мы начинали отправлять. То есть работа наших ветеранских организаций, она еще начала работать, когда были еще мобилизованные ребята. Ездили концертные программы к ребятам, ездили, отвозили гуманитарную помощь, что им нужно на тот момент. И сейчас вот это, как бы мы продолжаем нашу эту акцию ветеранских организаций. Ветераны боевых действий, как никто, знают, насколько важна для военнослужащих поддержка словом и делом. Поэтому перед каждым сбором груза выясняют, что нужно у командира. Военнослужащие всегда высоко ценят народную любовь и заботу. Есть контактные группы, которые собирают информацию о наших потребностях, организовывают все это, соответственно, сами производят закупки, доставку. Ну, достаточно оперативно. То есть буквально, если наша заявка приходит, неделя, дней 10 уже груз уже получает. Спасибо огромное всем. Особенно важным стал для бойцов автобус. Благодаря ему можно мобильно перемещаться. Военнослужащие успешно получили отправление. Юлия Руднева, Алексей Шишов, Улправда ТВ.